Салют, друзья, на связи Сергей Корок, и сегодня познакомлю вас с топом кистей для Procreate, которым я лично пользуюсь и которые мне очень сильно помогают в работе на iPad. Я перепробовал огромное количество кистей и понял одну вещь, что почти все наборы состоят из однотипных кистей, и при покупке, в принципе, они вам будут не нужны, поскольку, покупая набор, вы будете использовать 1, 2, 3 кисти от силы из всего набора, поскольку остальные будут полностью непригодны к работе. Но все же есть оригинальные и крутые кисти, с которыми вас сегодня познакомлю, от крутых мастеров и просто хороших ребят. Однозначно самым лучшим паком в моей коллекции является набор от Никиты Райзвиха, о покупке которого вы точно не пожалеете. Собственно, он покрывает все потребности каллиграфии и леттеринга, и который заточен под все стилистики, поэтому смело берите его. И тем более он сейчас идет с большой скидкой. Ссылочка будет, как всегда, в описании. На втором месте у меня кисти от Devon Dvan. Кисти Devon меня довольно-таки хорошо выручили, когда я только приобрел iPad, поскольку аналогов кистей не было, и в целом на рынке их довольно-таки было мало. И вот набор 3 и 4, они были довольно-таки хороши. И сейчас у него все эти 6 наборов можно приобрести по хорошей вкусной цене. На третьем месте расположились кисти от TypeMate, довольно-таки хороший пак. Кистей, к сожалению, не так много, но они точно не будут лишними в вашей коллекции. Четвертое место у меня заняли кисти, которые не совсем относятся к леттерингу и каллиграфию, но если их немножечко подшаманить, они будут отлично смотреться в каллиграфии и леттеринге. Это кисти от Mike's KC, там два набора, это световые кисти и с эффектом огня. Они довольно-таки крутые, и поэтому я думаю, если вы хотите поэкспериментировать, то эти кисти вам обязательно пригодятся. Ну и напоследок, это текстурные кисти от Wesley Burns. У него есть два набора, первый, к сожалению, не приобретал, но второй мне очень сильно понравился. В комплекте вы также получите прописи, которые вы сможете использовать в практике. На этом, в принципе, все, что я хотел рассказать. Ссылки на все кисти будут в описании. Пишите все свои любимые кисти, которые вы используете в работе, в комментариях. Я обязательно выслушаю и, может быть, сделаю вторую часть, основываясь уже на кистях, которые вы напишите в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и зовите своих друзей. До скорой встречи. Пока.